мы делали тут 2 недели назад со всей командой. И то не понравилось, и он теперь просит перед каждой игрой их делать. Самсон, за какую команду следишь в НБА? Перс, наверное. Вамбаньяма вообще. Ну, в летней лиге он мне как бы не очень меня впечатлил. Он вообще один из сильнейших будет. О, да, конечно. Это традиция, так что я имел honor. Я купил 5 боксов, 5x12, 60 донатов. Никит, нет ощущения, что у тебя процент трюкачков какой-то неправдоподобный? Правдоподобный? Сколько там? 0? 100. Надо сохранить его на сегодня. Практически ничего не болит, поэтому это очень хорошо, меня это очень радует, да. Понимаю то, что первая половина, возможно, прошла не так, как мы хотели. Мы победили, и это главное. А дальше мы поработаем над ошибкой. It's a hard-fought game. Obviously, we knew they were going to come in with a lot of energy, and we were able to like match it. So it's a good team win, good team effort, and good step to like towards the right way. То, что тебе дают, надо брать. Вот и все. То, что ты пытаешься делать, то, что умеешь сильнее всего, тренер это использует, и он может так использовать любые сильные стороны любого игрока. Ну, я не один сегодня запил, как бы там, больше 10 очков. 5 или 6 человек сегодня опять забили больше 10 очков. Значит, мы просто правильно и грамотно используем наши сильные стороны. We have a lot of talented guys here that get good opportunities, and they right now they're making the best out of it. So obviously they're doing solid. They got to keep doing that so that we can keep evolving as a team. And yeah. Сейчас мне кажется, что все почувствовали некую уверенность, прям все игроки, и все получили удовольствие, все много забили, то есть
Я думаю, да, фокус и позитив – вот две важные такие составляющие, которые помогут нам продолжать играть в том же духе.